А что надо написать? Не сорить. Мусор не бросать. Мусор, наверное, сорить-то они нихуя не поймут, что это. Вот тут мы, Женька, все почистили. Целую яму. Сейчас мой профессор... Написать, не мусорить. Или написать мусор. Бросил мусор, хрюкни. Вот так вот нужно написать. Да это долго, это много. Надо коротко. Они не будут столько читать. Ну, они дебилы. Они, может, еще не заметят. Давай пиши, не сорить. Мусор напиши, ладно. Сколько лисочка взяла? 4. 4? Там где-нибудь еще на это. Мусор. Не. Бросать. Моя умница. Я ее встречаю, она, я говорю, что ты там в пакете? Она говорит, листочки взяла. Целую мусорку разобрали с Женей. Вот она, мама второклассника. С файлом. Скотч-то взяла? Женька, комары вообще просто съедают. Да вот он, пакет. Бери. А ножницы как ты будешь скотч резать? В пакете. А, ножницы взяла. Давай, давай. Еще маркер, а ты его уже бросила. Комары жрут. Комары вообще капец просто жрут. Не, смотри, надо же, кто-то наколотил гвоздь прям в дереве. Где? Ну вот. Может, ориентирование? Не знаю. Выжру. Суки вообще. Да. А мы с Женей ходили и часть мусора. Ну, мы тут несколько дней по 4 пакета. Сколько мы дней? 4 дня, наверное, выносили, да, мусорцы? 14 пакетов? 14 пакетов мы отсюда вынесли. Давай мне тебя надо. Мне? Меня надо? Ну, держать-то кто будет? Давай. Ну, ты скотч-то положи. Почему ты держи, я буду это, бедюнить. Давай я с этой стороны подойду. Давай я держу. Что ты будешь делать, скажи мне? Бедюнить. Я даже за слов таких не знаю. Ай, пальцы. Что, нужно закрутануть? Я вот так вот. Давай, все, пускай. Моя умница. Хватит, хватит. Да скотч переводить. Женя! Все. Все. Моя давай, умница. Куда еще пойдем? Пока тут, надеюсь, увидят эти собаки. Здесь, ну, смотри, это же видно, смотри. И отсюда, когда поднимаешься, это видно. И вот отсюда. Так мы только это почистили все. Уже спускаемся в прошлый раз. Может, еще вот сюда кладь, нет? Или не стоит? И уже какие-то... Бочком, видишь, как будто надо было сюда маленько, а не слепошары. Может, сюда еще? Вот так, лицом, чтобы... Давай. Да, можно обратно пути? Все равно к реке даже мы пойдем. А ты там чего это? Это Левин. Лев? А ты что он? А что, все равно мусор? Какие-то человечки. А он узнает и все. Что он будет? Я в мусорку это все наготовила. Это он когда рисовал? Ну, откуда это в школе, вот. Разбазаривает творчество народное. Ничего страшного. Тут под наклоном сюда напишем, вот так. Или что? Ну, они, надеюсь, увидят. Смотри, они же в ту сторону кинут и увидят это объявление. А это еще где-нибудь напишем. Ну, давай. Лес-то большой. Айда. Айда. Надо было чуть-чуть не в лицо к нам, а туда. Нормально, очень даже видно. Ну, ладно, все равно видят, что-то это написано. И смотри, меня радует то, что вот не набросали после. Да. Считай, сколько дней прошло, когда мы последний мешок выбросили? Ну, где-то или в четверг, или в среду последний такой. Или в четверг, или в среду. Мы там один день ходили без всего. Один день не выносили мусор. Птички, птички, птички. А, кстати, снимай на свой старый телефон. Я даже не сделала авиарежим. Если позвонят, то видео прервется.
до туда. Да правда, до туда. Да куда еще до туда? Надо приклеить туда, где мы собирали, вон там, это лавки-то, где эта семейка-то на Мадамс-то попалась. Какая из них? Пенсионерка-то, пенсионер с пенсионером. Сейчас, короче, расскажем. Мы с Женей идем один раз. У нас полнёхонькие пакеты. Мы тащим мусор. И у нас еще пакеты есть. И перчатки есть. Идут мужчина с женщиной. Лет, может быть, ну, к 60, да? Больше. Нет. Да больше. Да нет. Ну, может быть, 65. Идут такие гуляют. И я такая говорю, и идут на эту лавочку. Я говорю, а вы хотите сделать доброе дело? Давайте вам дадим пакет с мусором и перчатку, и вы на обратном пути этот мусор заберете. А у нас уже просто некуда, в руки уже даже не входит. А она говорит, зачем нам чужой мусор? И этот мужик такой тоже, зачем там? И такая прям агрессия. То есть они видят, что девки несут мусор. То есть мы хотели просто, чтобы вот, ну, дать возможность человеку сделать доброе дело. Нет, это вообще, зачем нам чужой мусор? Яблоня, прикинь, сколько я ходила, ни разу не видела. Женька, мы ее не замечали, эту яблоню? Вчера. Че? Вчера. Ты с Катей ходила? Нет, позавчера ходила, да, с Катей. Это... Ну, мы до туда, мы с Каменской. Ну? Вчера в наших новостях каменских вот про это все писали. Что там писали? Что если вот эти поджечь резину, вообще все сгорит нафиг. Они типа они не понимают, насколько это опасно. Прямо на Ку-66 где-то писали. Да ты че? Я фотки-то узнала, раз коль мы с тобой каждый день здесь ходим. И я не знаю, мне кажется, это все вывезут. Потому что это вообще нельзя делать. Нифига себе. А они для... Вот такой же пассажир, как мы, видать, шли, вот фотографировала, отправила. Да ты че? А такой же, говорит, пассажир, как мы. Очень красиво у нас. Все цветет. Черемуха цветет. Сирень цветет. Все-все-все цветет. Угу. Ты их никуда больше не водишь. Ну, еще за праздник. Вообще. Я один раз водила их с Олеськой, когда мы потерялись в лесу. Нафиг надо. Да. Расскажи, как ты заметила, что вода прибыла? Я что помню. Такая говорит, и... А смотри, до этого колеса даже Олеся... Ой, Олеся, говорит, мне с Олеськой сказала. Смотри, вообще... Колеса вообще... Реально вода прибывает? Вот то колесо было ближе к поверхности. Так оно даже чуть-чуть еще торчало. Когда мы первый... Да. Вообще хорошо поднялось. Это, видимо, какую-то плотину открыли. Потому что воды реально стало больше в реке. Больше, но значительно. Посмотри уточек. Где они? Нету сегодня. Уточки, мандаринки. Прякали куда-то. Два дня я не ходила в лес. А ты с Катей ходила один день, да? А потом вчера еще с кем? Я ходила вчера. Вчера же погода была не очень толстая. Вчера холодно было вообще. Холодно, и она это, крапила. В Екатеринбурге вчера... Позавчера был дождь. Вчера не было. Не было, оно это... Мы днем уехали, не было вчера. Такой он не дождь. Я не знаю даже, как это называется. Короче, так что-то. Я до монетки дошла, да холодно. Угу. Я даже не помню писать. Мы-то тоже короткими перебежками от машины до подъезда. От машины. А там прям дождь шел? Крапило. Ну холодно, сам по себе. Сама по себе такая погода. Хотя все расцвело. По-моему-то в черемуху-то она все расцвела уже. Она не должна сейчас. Да? Так что-то это. Ну опять, что мы хотим-то? Весна на дворе-то, а не лето. Угу. Главное, ветра нет, и так хочу. А я вышла из дома, короче, в футболке, кофту положила на плечи и думаю, завяжу вот здесь вот ее, рукава. Вышла с двумя пакетами мусора, ну такие маленькие, такие нарошенные пакеты, но руки заняты. Дошла до мусорки, мусор положила, кофту сняла, одела. Иду, смотрю, Женька вообще в ветровке. Да холодно. 16 градусов. Нет, а сейчас тепло, вот здесь идешь тепло, а там вот я шла по городу, холодно. Угу.
А тут мы еще, знаешь, мы же идем с тобой, мы же считай, уже полчаса. Тут еще низина, мы спустились сюда. Там наверху-то дует. А ну, может быть. Дует. И вот про эту все резина, везде вот эти фотки, фотки. На Ку-66? Да, там посмотри. Да? Ну, где-то, ну, да. Там есть новости, вот этом сайте. Да. Там у нас дофига сайтов. Ну, всякие нет. Группы ВКонтакте. Ну, нет, это... Я не пишусь на всякую. Ну, причем, я же думала, тут мотогонщики, а их вот нету ни разу. И не видно, ну, трава была бы заезженная, понимаешь? Если тут... Трава была бы заезжена. Ну, может быть, они создали какую-то вот... А там, может быть, велосипедисты? Так все равно бы было проезжено. Ты видишь, что ни один одуванчик не упал? Да. Ну, вот это же для чего-то сделали, вот это вот укрепление? Это же не окопы военные? А это типа трамплина или что-то вот. И люди же чем-то, они прям вверх заморочились. Они это привезли сюда. Они набили это землей. Сегодня, кстати, день Иринок. Да? Да. Я твою Иринку вчера эту. Сатину? Сатину. Че, как у нее дела? А ты с ней не говорила. Она в маске идет или нет? Нет. Вчера просто что. Как выглядела? Рассказывай. Не знаю. Она мне какую-то прикол. Я была на футбольном поле, а она катила. Вон рыбаки. На противоположно. Батю моего видала? Нет, вчера нет. Я вышла там, мы на 30 минут выходим. Видала. Везде, блядь, карантин. Везде на 30 минут. А в Яндекс.Такси, представляешь, мы вызвали такси, и водитель в маске говорит, нет, без маски, на маске выдал. Ну правильно. Он на маске выдал, и мы это прям в маске. Я даже заселфилась. А, ну со Златиком, да. Да. ВКонтакте или в Инстаграме или. Я везде выложила. А, ну, значит, везде где только могла. А, я думала, это мальчик сидит, а это собака. Я хотела сказать, мальчик сидит. Пришел улыбачить. А это собачонка. Видишь, река поднялась, рыбаков больше стало. Так и рыбы, наверное, больше стало, ну, да ведь? Логично, наверное. Это... Да, не рухну. Ну вот там ступеньки, а тут-то, конечно, тут-то пока-то. Не да не пойду. Вот их отрубай в гору, то ты не бери, мы тяжко поднимаемся. Это вообще, так я, знаешь, они уже со мной по горам, по долам ходили. Ну тут-то прямо это. Вот это как называется? Вот это вот как эти пикульки называются? Ну вот это же, это, наверное, акация. Попробуй сама. Это же акация. Это акация. Это маленькие кустарники, типа того. Не накусали, блин, боже. А что, может, самой нарвать их, нет? А нет, они уродские, а так-то кажется, такие красивые. Красивые смотрятся-то издалека-то вообще крутые. Может, говорит, домой нарвать их? Ну, вот так вкусно, блин. Смотри, как красиво. Они такие крепкие, уже не сорвешь, секатором надо. Что, мы совсем, что ли? Нет. Вот-вот-вот шмель на цветок сел. Вот такие вот шмели у меня возле дома. Во-во-во. И в квартиру залетали такие. Инна, юный натуралист. Сейчас я его доснимаю, он меня цапнет. Че, я ее потопчу, что ли? Как я должна полететь? Потом это, есть нюха. Ну а что, по-любому мы тут что-нибудь насобираем, да ведь? Это же знаменито, конечно, насобираем. Смотри, сколько ее много будет. А ягодки-то уже завязываются. Ну, понятно. Нет, цветочки завязываются. Цветочки. Вон там цветет, где на склонах уже цветет. Вот там много было земляники уже в цвету. Сейчас. Там ягоды будут быстрее. Все равно она уже. Да, потому что 1.07 уже это земляника есть. Вот месяц. Что 1.07? Уже земляника. Через месяц будет. Сегодня какое? 20? 18? 18 сегодня? Ну, суть в том, что ну, не раньше 1.07. Блядь, Женька все знает. Ну, потому что у меня у подруги была свадьба, а мы второй день были в лесу. Ну? Ходили ее, собирали. Так-то я бы знать не знаю, когда она растет. Она может появиться и раньше. В зависимости от погодных условий. Ну, да. Ну, все равно ориентироваться. Блять, уже. Все устало. Как этот, да? Никакой физической подготовки. Два дня, конечно, пробовала. Вообще. Я даже, блядь, не ходила. Просто до такси и обратно.
Что-то вот это снять? Я хочу снять березовый лес. Угу. Показать людям. Люди, не все, да. Не все бывали в березовом лесу. Кто-то живет за границей, да, и у них берез нет. Там снять бы. Вот солнце. Так вот оно тепло-то. Так вот, теплее-то и стало. Это я протерла об этом. Блин, так я не тепло. Ой, прости, пожалуйста. Да что, ты меня убила, что ли? Да. Жак. Ой, хорошо. Ну так-то, по идее, 16 градусов, это не холодно. Я тебе говорю, вот солнце не хватало. Вот оно вышло, и все, жара. Погода нормализуется, ничего не знаешь про это? Ну, зря, что не смотрела. Очень важно. Что нам, какая разница с тобой в лесу? Мы с тобой же все равно будем в лес ходить? Ну, без дождя. Ну, если дождя не будет, да. Ну, а нам что тогда мешало-то? Да. Ой, солнце-то вообще сегодня у меня не было в плену. Увидеть. Ну, что все посмотрим. Прямо уже как лето-лето распустились деревья. Я-то думала, уже березовый лес вот начался. Вот рама там чуть тихо. Погоди, она. Это от пакета. Смотри, что покрасили с руки. О, литуалевский пакет. Капец. Синий. Надо в одну их нести. Короче, вот те тортики можешь брать смело. Как ты не помнишь, в каком магазине? Я в Магните брала, по-любому. Да в Магните не хочу туда тащиться. Они очень вкусные, просто вообще пиздец какие. Я ты вчера... Ты же любишь Магнит-то. Так он у меня рядом с домом, мне да. Куда идти-то? Да, а я туда вообще редко хожу. Я даже приду, я ничего выбрать не могу, я ухожу с пустыми руками. А он у меня рядом с домом, я всегда раньше с работы иду, на и вот мимо него пройдешь, я же не пойду в другой магазин. Ты знаешь, вот даже те два дома не, пройти. Нет, ну ты идешь с Ленинской. Со школьной? А. Я уезжаю с Ленинской, выхожу на школьной. Всегда. Я думала, это тоже на Ленинском. Нет. Я... Фу. Я думала, мы с тобой разошлись по дорогам. Я хотела сказать... Я вообще столько просто их... Комаров? Да. Кстати, не кусают они меня. Так, блядь, их знаешь, сколько там? Рой? Вообще, они прям... Я не знаю, почему. Видать, конфетка. Угу. Конфетка, ну, точно. Хотя не мухи же, да? Но. Ничего, цветочки смотрю. Моя худышечка. Ты меня снимаешь? Тебя. Чего бы тебя не снять? Ага, со словами «моя худышечка» я так разве могу к себе обратиться, Женя? Тоже побойся Бога. Женька, почему губы белые? Потому что что, анемия? Ну, у меня какие-то бледные губы. Что, глючит, что ли? Ну и что, не кажется, что не белые, что белые? Нет? Нет. Да? Нет. Анемия. А что, думаешь, не белеет? Я даже не знаю, что такое анемия, я что-то просто так выдумала. Это, анемия, это как я понимаю, это вообще мало крови. Анемия. Это... Ну какое, блядь, у меня мало крови? Ну вот про то и речь. Что с губами-то это вообще никак не связано. Ну что это, скорость боялись, сколько мы рыть начали. В первый путь нас не жрали, потому что мы шли быстро, да? Ну, тогда. Сейчас солнце, их вообще не должно быть, но... Где? Так. Алло. Фу. Ага. Комары. Ну, пойди. Включи, закрой все это. Бутсы. Черные штаны одень, либо вчерашние серые. Пока. Да.